Доброго здоровья. Представьтесь, пожалуйста. Волгин Александр Леонидович. Сегодня мы... Главный агроном ООО имени Горького Уренского района. Сегодня мы присутствовали на награждении государственных наград от имени президента. Вы получили какую именно? Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Поздравляем вас с этим. Спасибо. От имени Сельхозакадемии поздравляем. И хотели бы спросить про наших выпускников. У вас требуется ли и работают ли какие планы при налаживании сотрудничества с Сельхозакадемией? Работают у нас практически все выпускники. Это главные специалисты в отраслях, все выпускники нашей Сельхозакадемии. Также работают и после Работкинского совхоза техникума на комплексе. Специалисты нам требуются, в первую очередь, в животноводство, но и агроном, и зоотехник. Эти вакансии у нас полностью не закрыты. Агроном-семеновод и зоотехник на комплексе нам требуются. Ну, это, что говорить о сельхозакадемии, это же аграрная наука, помимо работников, да, помимо практики студентов, это еще аграрная наука. Вот проблемы, которые у вас есть, они же могли бы быть решены с помощью нашей науки? Безусловно, это ключевые, наверное, слова. Без грамотных специалистов двигаться сейчас вперед это практически невозможно. Новая техника, новые технологии. Без этого сейчас сельскому хозяйству далеко не уйти. Ну, в этой связи еще раз приглашаем к сотрудничеству с Сельхозакадемией. Поздравляем вас с заслуженной наградой. Доброго здоровья. Спасибо. А выпускников Сельхозакадемии ждем в ООО имени Горького. Приезжайте, пожалуйста, на практику. Всегда ждем, всегда рады. Спасибо.